Добрый вечер, чекречи, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием BMG Multiplayer. Да, дорогие друзья, всем доброго времени суток. У нас тут произошла, так сказать, небольшая постерония. Мы с вами, в общем, зашли, то есть не мы с вами, мы с Турбо зашли на Турбо. Просто, пацаны, спал 5 часов, сорян. В общем, мы заходили на разные BMG серверы, у нас ни один сервер не работал, и мы думали, что, короче, все, BMG мультиплеер пришел конец, а мы пошли записывать Брикрикс. Потом я говорю, Турбо, давай все-таки зайдем, посмотрим какой-нибудь еще сервер. И мы нашли один сервер, где у нас работает мультиплеер, и мы придумали новенькую идейку, которую мы сегодня с вами реализуем в этом прекрасном видеоролике, на котором у вас уже стоит, блин, лайк, и вы подписаны на наши каналчики, и пожали в этот гребаный колокольчик, чтобы он прям вот колоколил во все колокола этого мира. Да, друзья, надеюсь, что вы это сделали. Надеюсь, что у вас все ровно так, как и сказал Рунтик. Поэтому, в общем, какая идея? Сейчас Турбо ускоряется, едет примерно 90 км в час по трассе. Я же такой неформал, гонщик, натурал, гоняю. Так, подожди, все, я поменял просто обратно на километры в час, а то они опять это сбились. А, да, я сейчас тоже, ты пока едь, а я пока буду менять. Да, ребят, я еду, я аккуратненько еду, спокойно себе, чилю. Да, а моя идея заключается в том, что вот он сейчас поедет, 90 км в час примерно едет, понял? Плюс-минус, да. Все, а сколько ты едешь? Час 60-70. Ну я вот так, я вот чисто не спешу, чилю, наслаждаюсь видами. Чисто, ну вот тупо чилишь, чаху раскурил, такой лейутси, поехал, короче, суету наводить там по дороге. Все, я погнал, у меня большой внедорожник, как и мой членистоногий друг. Вот, в общем, херачу, так сказать, на этом внедорожнике по трассе. Это ФБРовский внедорожник, мне похеру, 150. Едь еще по левой полосе, короче, чтоб, ну, вот, ну, даже если по левой медленно никто не ездит, а вот, а я еду быстро. 190, друзья, еду на внедорожнике. Просто поливаю грядки. И так, так я ты говоришь... сигналю, отойди! Отхожу! Блин, ну это мне в задницу прилетело прям нормально. Мощно. Это было мощно. Так, мужик, это самое, что-то ты мне плохо сделал. Подожди, подожди. Теперь нам надо порешать. Во-первых, нам нужно осмотреть нашу, так скажем, нашу, что место ДТП нам надо осмотреть. Что ты несешь, Рунтик? Вот, и оценить, так сказать, качество повреждений, количество повреждений. И что там еще у нас в химии? Качество, количество. А, и этот... сейчас вспомню, вот когда близко друг к другу, либо очень мало друг к другу находится, блин, концентрация, во, сон так несет, скажем, повреждений. Да, сон несет. Я не знаю, я просто, по-моему, чайку похерачу, меня просто поносит, переносит, я такую чиполашную хуйню не слышу. Ой-ой-ой, осуждаем, ребят. Короче, да, вот, я влетел, получается, Турбо в эту машину, в жопу, вот, на скорости 200 км в час, чтобы вы понимали. Ну жопа в хлам. Да. Это нет, на самом деле, ну, то есть, вот по факту говорят, то есть, на самом деле, тачка выдержала у тебя удар довольно-таки неплохо. Смотри, до задних пассажиров, то есть, ничего, по сути говоря, не дошло. Ну, в принципе, да. Я думаю, что с ними даже могло быть все в порядке. А вот то, что в багажнике у меня картошечка лежала, это уже как бы... Да, это проблема. Тут, на самом деле, ну, я уж не знаю, тут, скорее всего, все равно им будет плохо, потому что, сам понимаешь, нагрузка на шею и как бы, ну, на все. Ну, да, нет, понятно, что им будет плохо, но не так, как могло быть хуже, как говорится. Ну и с другой стороны, посмотри, у меня тачка тоже как бы морда довольно-таки неплохо. Ну, не у тебя, капец, я думаю, вообще водитель даже, наверное, не почувствовал, ну так особо. Ну, почувствовал, конечно, ну, типа ничего такого. Короче, давай попробуем еще раз, я попробую еще быстрее рискнуть, ну типа ускориться. Вот, ты пока едь, вот, а я буду прям херачить на себя. Да, классно ты восстановился. Погоди, проблемы. Ой, тихо. Блин, когда Турбо получил права. Так. Ты едешь? Да, еду, дорогие друзья. Все, едем спокойно себе, чилим. Скажешь, когда будешь ехать 70 км в час? Я уже 90 еду, давай. А, все, понял, я погнал. Ну, вообще, знаешь, едь даже не 90, а... Ну, хотя нет, пока едь 90. Вот, я тебе буду... Я пока что еду с ближним светом фар. Нет, я пока вот с ближним светом фар. Я тебе буду дальним светом фаром прям херачить. Вот прямо. Ушел! Ну, ты по левой, да? А я так, типа туда-сюда, да. Да. Как будто обгоняю кого-то. Ой! Блин, это было, кстати, жестко. А ты понял? Я тебя, ну, я вот, ну, ты по касательно пошел. Я тебя не задел у себя. А, реально? Ну, чуть-чуть, или задел, я не понял, если честно. Не, ну меня достаточно сильно задел. Да? Да. Блин, просто у меня нету левого переднего колеса и вообще левой части, но я, по-моему, это не об тебя сломал, а об эту... Не знаю, ну ты чисто мне на правое заднее колесо наехал, ну знаешь, так чисто по касательно. Ну, да, достаточно жестко. Да, у меня как будто жопка нормальная. А, понял. В общем, давай тогда, знаешь, как сейчас сделаем? Я восстановил тачку.
Я сейчас стою на твое место, ты стоишь на мое место. А, давай. Что, на этих же машинах, да? Подожди, да. Я здесь стою, говорю же тебе. Все. Отъедь. Давай. Да иди туда. Да отъедь. Вот все. Да зачем? Все, давай. А. Ты, короче, едь, давай, начинай. Ты, может, восстановишься? Я восстановился. Давай, давай, едь. Восстановись еще раз. Давай, вали уже. Понял. Ребята, ну все, он меня бесит, ребята. Понял, все. Все, я еду. Все, поехал. А я, короче, спортсмен, я гонщик. Да? Да, я такой, ня-ня-ня-ня-ня. Я смотрю вообще в бардачок, под штаны. Я не вижу ничего. Все, сколько едешь? 90. Блин, у меня у тебя тачка разбита, меня это капец как напрягает. Да вообще, вот вообще насрать. Ну, кстати, да. Ну не то чтобы насрать, тебе чуть не насрать, а вот мне не насрать. Ну-ка, подожди-ка. Ну у меня, блин, тачка у тебя и так была разбитая немножечко. А почему? Я восстановился 5 раз. Не-не-не-не-не, у тебя жопа разбитая. У тебя до сих пор жопа разбитая, короче. И морда. Так, ну я надеюсь, ты в игре. Восстановиться прям, подожди, где восстановиться? Ну там, подальше просто, ты слишком близко восстановился. Да, и все, я сейчас тоже восстановлюсь. Давай. Так, ну-ка. Блин, да ну у тебя реально разбитый. Подожди, хорошо, я подожди, вот так сейчас сделаю. Не, попробуй Ctrl-R нажать. Я так и делаю. А. Все равно разбит? Да. Давай тачку поменяю просто. Давай просто я тоже тачку. Да, давай поменяю. Вообще поменяем вообще игру. Да, будем да, играть давай, в Майнкрафт. Давай машину поменяем и все, короче. А то давай вообще поменяю тебя. Все, прекращай. Так, в общем, я беру себе беруши. Ты сейчас берешь медленную машину или быструю? Нет, я сейчас быструю. Ну, как средней быстрости. А я вот это тогда возьму. Блин, я хочу какую-то... Ну, не, ладно, возьму, чем супер быструю, всем похер. Пофигу, ребята. Все, я взял себе, короче, ту пушку-гонку, короче, number one. Блин, а зачем я вторую машину восстановил? Да, я не знаю, зачем, я вообще не понял, что ты творишь, если честно. Подожди, подожди. Я тебе хотел сказать, типа, турбо. Подожди, все, 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 все. Башкой, думай, что делаешь. Все, я готов. Ой, дрите, ты старичок. Давай, гони отсюда. Когда тебе 21 год, подожди, я разворачиваюсь. Так, Ctrl-R. Все, так, итак, а нет, подожди, не все. Я еще хочу виджет все-таки круиз-контроля поставить. Да, дорогие друзья, пока Рунтик все это ставит, вы можете поставить лайк, подписаться на каналчик. Не, ну, кстати, он так-то тему говорит. Так, пацаны, да. Вот круиз-контроль, спасибо. Все, я его поставил. Так, итак, первая передача. Только подожди, вот пока это у меня салон. Да есть уже, вали давай. Ну, я просто медленный. Да ты, в принципе, как и по жизни. Ну все, я буду ехать 80, типа, у меня старая машина. Ты уже едешь? Все нормально, я могу? Да, все, еду. Все, еду тупо, короче. А, у меня третья передача последняя, ни хрена себе. Еду такой, чилю себе. Колымага, подвинься. Твою мать! Ты хоть бы предупредил! Я очень испугался! Охренеть! Блин, слушай, тебя нормально так вмяло. Ну слушай, у меня понял, короче, ой, ёшки-марёшки. Ты чё? Драндулет! Брр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 r летит к нам в дом. Все, продолжаем. Так, в общем, в чем проблема, да? Я тебе сейчас объясню. Понял? Вот когда мы врезались в предыдущие машины, у них как бы вот жопа сильно сминалась, но типа все остальное было как бы нормально. Ну да. Ты просто посмотри на что у меня стало вообще в целом с машиной, она у меня как вся кривая какая-то. Ну нет, это она... Да, ну кстати, вот моя машина, она у меня вообще, ну как бы, блин, все хорошо. Ну так, кстати, плюс-минус. Ну кстати, ну да, плюс-минус все нормально. Я сейчас тоже садился. Только я вот жопой ударился об этот... Да. Вот, а у меня просто вообще, ну, конечно. У тебя в хлам, да, в хлам. Да. А попробуем еще раз. Только дай мне подальше отъехать. Давай, все, едь, потому что да, я уже понял, я супер быстрый. Короче, ты чисто едь, там можешь хоть 100 вообще в пол газ жми вообще, блин. А вот ты спешишь, не знаю, куда. Да? Ты спешишь просто куда-то. Ну, в общем, все, я еду 80 км в час, я тебе скажу, в общем, когда ехать. Давай. Вот, вот, короче, еду, отреставрировал себе машину, мне подарил ее внук в наследство, она ему досталась от меня, он ее подарил обратно, вот, все, газуй. И я, в общем, решил ее отреставрировать, потому что все-таки я его сын. Так, а если... Ё-моё, ни хера себе она валит. Да, я еду 80, вообще ничего не понимаю. Не страшно. Просто дура, просто машина дура. Попади только в поворот, пожалуйста. Я это видел. Просто. Здравствуй, до свидания. Охренеть, она валит. Привет, прощай, пока. Чем, посмотри, насколько она хороша. Я ехал 200, там, не знаю, 220.
Ну, блин, ты считай, врезался, и у меня просто тачка говно. Ну, не то, ну, как бы морда нормальная, но задним пассажиром как бы весело, скорее всего, было. Скорее всего, уже и нет. Не, ну, слушай, просто прикол в том, что ты сам понимаешь, ты мне в жопу все-таки врезаешься, и как бы, ну... Ну, как, да. И, да, так и должно быть. Давай теперь я попробую тебе в попец въехать. А я на какой, на этой же машине буду? Да, да, да. Ну... Придурок какой-то. Давай, едь. Просто едь, короче, понял. Все, все, ты сразу меня можешь догонять. Все, я еду вообще. Я даже газ не жму. Не, едь, короче, нормально. Все. Едешь? Еду, еду. У меня так, 80-90. Ух, блин. Давай, пушку-гонка, покажи, на что ты способна. Старенькая старушечка, старая. А у меня, типа, я так понял, электромобиль, да? Да. Старая извращуга. Давай, покажи, на что способна твоя. Ну ладно, не будем, все-таки нас дети смотрят. Итак, я еду 140 км в час. Я уже... Я вообще в шоке был, как я въехал в поворот. Подвиньте, молодежь! Ой! Ой. По-моему, у меня больше... Еще и врезался. По-моему, у меня больше повреждений было даже до того, как я врезался. Ну, кстати, да. Я вообще, то есть, у меня чуть-чуть бампер подрихтовать, в принципе, и нормально. Подрихтовать? Подрихтовать. Подожди, стой на месте сейчас, Я хочу тебя отомстить. Ой, нет. Подожди, туда поехал. Я пытаюсь отъехать, но мне кажется, мне не получится. Так, мне нужно отсюда из этого плена выбраться. До того, как он мне врежется. Все, понял. Блин, ну это весело. Короче, теперь я беру быструю машину, ты меня понял? Давай, убирай свою колымжмагу. Я понял. Подожди, пока свою машину не убирай, я тебе скажу, когда убирать. Там, да, для меня горит очаг. Ты что, Я случайно кое-что не то нажал. Ребята, он кое-что не то нажал, как бы, а вы можете нажать кнопку лайка. Да подожди, прекращай. Не понял. В общем, ребят, я кое-что придумал. Я сейчас такое возьму. Ребята, ну сейчас такое возьму, что вы просто в шоке. У меня джип в Москве. А вот, в принципе, я уже взял. Все, я могу, зари. Да, ты можешь. Блин, ты сейчас, скорее всего, мою машину видишь. Блин, мне сейчас опять... Чёрт. Да. Че, ты увидел мою машину? Не-не-не, да, но как бы это я не про это говорю, блин. Так, подожди. Ну я увидел твою машину, к сожалению. Но это как бы ничего страшного. Все, я готов. Да? Я поехал. Подожди, я не готов. Так я так потихоньку стартую. Ребят, давайте сделаем вид, как будто мы не видели его машину, и потом такие. У-у-у! Вот так вот. У-у-у, ничего себе! А как ты так это сделал? Блин, я так-то. Ну ладно. Поехали. На-на-на. Все, я еду. Ну как бы я уже еду давно. Давай. Газуй, не переживай, все нормально. Так, блин, опять просто тут медленно сейчас надо их обогнать. Все, я иду на обгон. Да ты даже знаешь, что левопласса сделан для обгона? Да. Ничего себе. Для обгона таких, так, в общем, как ты. Как бы ты едешь такой, едешь. Вот, и сейчас будет просто привет, прощай, пока. Блин, ребят, мне страшно. Аж загорелся. Я загорелся. Тихо. Тормози! Не, пацан, ну это все. Жесть. А у меня все, у меня тормоза, короче, перегрелись, прикинь, что. Серьезно, ты не можешь тормозить? Да. Подожди, я пойду посмотрю. Не. Фига, ты уехал. Я не понял, что было вообще. А я у тебя загорелся? Ты у меня загорелся сразу, как я в тебя врезался. Офигеть. А вот с тобой, с тобой все вообще в порядке. Ну, колесо только левое немного. Не, ну, кстати, на самом деле, ну, ни хрена себе, что у тебя с правой стороны. Да у меня вообще пипец машина. У меня машина вообще пипец, ребята. Давай попробуем еще раз, я хочу... А, у меня вообще все окей. Так, я просто хотел еще кое-что здесь намутить, чтобы, типа, еще чуть-чуть как-то... Все, я еду. Ну ладно, ты пока едь. Я еду в Магаданскую республику. Привет, прощай, пока. Блин, надеюсь, у меня машина не слишком громко едет, потому что если она слишком громко едет, это будет обидно. Да? Ты едешь? Да. Ля, это просто дура, чё ты творишь? Она шлифует до 6-й передачи. А ты что там сделал? Ну ничего, я поставил турбину самую мощную из окись азота. Ничего. Я ничего не сделал, я поставил турбину самую мощную. Было бы прикольно, если бы я ещё, конечно, был с прицепом. Вот, а то у меня не очень, как бы, получается. Ты едешь, тяжёлая, да? Машина. Я еду, вообще, просто успокойся. Просто усп... А ты слышал, кстати, мой гудок? Нет. Может, я не обратил внимания. А сейчас? Понял. Сейчас я... У меня сейчас камера в твоей кабине. Блин, отстань, мужик.
Мужик, отвали. Блин, ну это жесть. Знаешь, сколько я ехал? Сколько? Километров в час. 200. Охренеть. Смотри, тебе вообще ничего. Отцепись. Я не могу отцепиться. Ну да, ну кстати, у тебя тоже же, в принципе, повреждение все более-менее так же, как и было примерно. Ну, блин, но все равно это жестко, это прям очень жестко. Короче, давай я теперь возьму другую тачку. Давай, давай. А я прям на этой хочу. Да? Да. Ты на этой поедешь? Окей, окей, я вас понял. Так, тогда я сейчас сюда ставлю машину. Вот, это будет... Я это рунтик, это срунтик, тара-та-та-та-та-та-та-та-та. Блин, конечно, знаешь, что печально, то, что как бы, ну, мало получается у нас этих, ну, машин, которые мы можем взять. Ну, только лишь стандартные. Угу. Так, ну, чё, всё, я взял, я еду. Вот. Пацаны, в общем, произошло происшествие. Я буду ехать, ты пока не едь. Понял. Я уже стартанул. Ну как бы ладно, ладно, ну, ладно, едь. Ну все, нормально. Все, я, подожди, я хочу немножко по-другому сейчас сделать. Да, давай. То есть ты ни в коем случае не сбавляй. Ну то есть будешь там ехать 90, так и едь. Ну или там может чуть побольше. Я 85 не еду, да-да-да. У меня просто кое-что хочу сделать. Давай, давай. Сейчас посмотрим, ребята, насколько турбенти хорош. Или он плох, или он плов, или он гречка. О, кстати, плов, я вообще сожрал плов. Осуждение. Ты не любишь плов? Ну, я не так, чтобы очень. Иногда люблю, иногда нет. Охренеть, я обожаю блог. Блин! Черт, я не это хотел. Ну, получилось, кстати, реалистично достаточно. Получилось, да, прикольно. То есть меня задел еще какой-то левый пацан. Да, я просто справился немножко с управлением. Ну, слушай, получилось реально реалистично, как минимум. Ну, получилось реалистично, хотя но не более хотел. Того. Ну да. Давай еще раз. Ну, блин, это было обидно. Давай, вали. Не, это было прикольно, базар ноль. Ребята, он меня обижает, блядь. Все, я чисто даже на газ не жму, у меня машина сама на круиз-контроле ускоряется, да, это скорость, которая мне нужна. Все, еду. Сколько, 90? Это было красиво. Не, 85. 85 для лошпедов. 86. Ну это уже нормально. 85. Это опять не то. Интересно, что он хочет сделать? Это что-то, смотрю, тебя как-то шатает, нет? Ну я, да, туда-сюда немножечко, как бы. Все хорошо? Да. Все под контролем, труба? И чё? Я хотел тебя остановить. А-а-а. Подожди. Прикольно. Но тебе вообще все равно. Очень интересно. Все, да, ладно, все, давай последний раз, я тебя раз... Да, давай, все, я поехал, короче, я знаю, что мы с тобой следующую серию снимем. Все. Красава, просто турбо, я тебя обожаю. Все просто, вы запомните все, кто смотрит этот видеоролик, турбо просто лучший. Все, я, короче, разгоняю свою малышку. Давай, я 86 еду. Давай, я тебя жду. И я тебя жду. Жду-ожидаю. Ну ты... Турбо. Ты как что понимаешь, что я тебя только что похвалил, там что такое? Нет, едь дальше. Палочку тогда не перегибай, как бы. Черней ты не страдай. Ок, да, типа, все нормально у тебя вообще. Ну я думал, сейчас будет классно. У меня пассажир, просто пассажирская дверь и правая такая, типа, ну да, очень здорово, кстати, мне очень понравилось. Эти ваши приколы. Ты едешь? Да еду. У тебя, по-моему, не очень быстрая машина. Нормально, 150. Вау! Блин, жалко-то не перевернулся. Да. Ну, это, в принципе, было логично. У тебя довольно-таки легкая, как бы, не мощная машина. Чего мы тут еще хотели видеть? В принципе, на тяжелой и мощной машине мы уже посмотрели, что будет от того, если врезаться. А это уже, так сказать, немножко другая ситуация. В общем, друзья, у нас получилась вот такая вот серия по игре BMG Drive. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже. Вот, подписывайтесь на наш каналчик. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.